Ребята, меня зовут Настя, и к вашему счастью, сегодня вы попали на канал Трунастя. Я сейчас нахожусь в Лондоне, в Англии, поэтому я хочу вам показать немного города, вообще магазинов, как здесь все. Поэтому смотрите мой влог и не переключайтесь. Вот туда я иду. Вот так живут британцы. А вон там человечек внутри. Сейчас мы находимся на Florence Road, но нам чуть-чуть дальше. А вот и тот самый красный двухэтажный автобус. А вот здесь уже пошли мелкие кафе. Вот, кстати, уже первый супермаркет. Но это круглосуточный магазин, поэтому там не самые дешевые цены. Поэтому мы с вами пойдем дальше. Смотрите, какие новогодние пироженки. Какой-то замок античный, не знаю. Вот, кажется, местные такси. Сейчас я свернула на одну улочку и идем в торговый центр Иллен Бродвей. Не знаю, что она символизирует, но она клевая. Какой необычный Starbucks. Довольно необычно, что продают. Какой он смешной. А вот в этом магазинчике я купила себе сим-карту. Ой, какие всякие клевые штуки на елочку. Очень красивые. Но собака дорогие. Видите, какие красивые статуэтки диснеевские. Эльза, Олд, милый, Белл, Золушка. А Золушка, кстати, как в фильме. Анна, Куся. Ой, смотрите, как похожа она на Эмбурс. Угадайте, это самый любимый магазин всех русских. Это фунтовый магазин, как у нас фикс прайс. Здесь все по фунту. И давайте посмотрим, что за говно они тут могут впендюрить за один фунт. Это как в Америке Долларама. Ой, ребенок, конечно. Я вообще-то себе какие-нибудь заколочки хотела присмотреть для работы. Но что-то я ничего пока не могу найти подходящего. Какие-то вешалки прикольные. На самом деле, тут навалом всякой хренотени. Ну, впрочем, как и у нас. Какие-то всякие штуки для Нового года и Крисмаса. Ой, ну мне нравится вот эта штука. Тайные баночки, чтобы детки клали печеньки и молочко для Санты, когда оставляют ему на подоконнике письмо. Дофигища всякой жратвы, но я, честно говоря, не хочу рисковать что-то тут покупать, но не буду лучше делать этого. Ладно, пойдемте дальше тогда. Я хочу потом попросить кого-нибудь из англичан, чтобы они или на английском, или на русском что-нибудь сказали на камеру, я вам это покажу. Но для этого поставьте палец вверх на мое видео, и тогда я сделаю так. А сейчас мы с вами идем в Primark. Его тоже очень любят русские, ну и, наверное, сами британцы тоже, потому что тут очень много вещей хороших, но недорогих. Все повсюду готовится. Ой, смотрите, а кто это там такой? Привет! Боже мой, какие охрененные заколочки. Я обязательно их куплю. К тому же они подойдут в мою коллекцию голографических фигнюшек. Боже, они издеваются. И лошадь точно такая же, голографическая. О, боже мой. Ну как отсюда, блин, уйти с пустыми руками? Ну лошадь я точно возьму. Не, все-таки вот такую лучше я куплю. Она мне больше нравится.
О боже мой, такие няшные детские новогодние костюмчики. О, какая красота. Прям вообще. Вау-вау. А можно взять все, да? О? И вот это еще. Обязательно. Боже мой, ну почему мой папа не то, что не любит Гарри Поттера? Он даже его не читал и не смотрел. Ну почему? Вот почему не любит папа Гарри Поттера? Тут столько всего с ним. Блин. О май гад, вы это видите? Это же Гарри Поттер. О, это любовь просто. Любовь. Капитан команды. Квиддич. Только посмотрите, это же кисточки для макияжа в виде палочек. Конечно же, из палочек Гарри Поттера. Ну и не только его, конечно. Там есть палочка бузинная, есть палочка темного лорда. Так что все окей с этим. Это косметичка. Тоже Хогвартс. Косметичка Хогвартс. О боже мой, вот что точно я себе куплю. Видите, какие значки Гарри Поттера. Это конфеты из Гарри Поттера, смотрите, тут их много. Шоколада много. Не бывает. Ну блин, серьезно? Вот такой? Вы не представляете, я нашла еще больше. Нормально? Так это у нас что такое? Кекс все-таки? Ого! Кекс лошадиных размеров. Фу, все, я дома. Все, пока. На мой инстаграм подпишитесь, да? Там фоточек много. Пока. Короче, так получилось, я раскрыла тайну казино. Оно на самом деле не казино. Там написано cash in, что означает деньги в нуле.